Приветствую зрителей нашего канала. С вами я, мистер Саныч. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Это Лотарингия, и ролик прислал нас наш бывший лучший друг, бывший соклановец. Спрут. Да, Спрут. Подводник, который себе сделал имя на подводных лодках, теперь играет на, ну, скажем так, непонятном классе кораблей гибридов. Псевдоавианосец, псевдоринкор. Ну, давайте посмотрим. Всегда интересно посмотреть на такую метаморфозу, на такое мутирование. Что произошло с человеком, говорит, бой хороший. Давайте глянем. Полюбуемся, наверняка полюбуемся. Ничего не могу сказать. Какое-то дергание на экране у нас. Что-то происходит, что тоже непонятно. То ли у записи, то ли у записи, то ли у меня сейчас. Не могу сказать. Так, штурмовики ушли с Лотаринги. Противника вот не видим, тоже вот Лотарингия присутствует. Вот она, вот она, вот она, Лотарингия. Она. Опс. Ну, немного, 2 с чем-то тысяч. Маловато, странно, конечно. Опять штурмовички пошли. Вот тут у нас. Лотарингия помогает, вы прости, господи, наши. Ну да, с эсминца получше, чем до этого с линкора. Но. Оп. Бронебоечки, как я понимаю, пошли. Да, отлично идут, кстати. Ух ты. Не мы, к сожалению, это сделали, но получилось неплохо. Ух, как снаряд пошли. Прям сбили, сбрили, я бы сказал, эти пальмы там почему-то растущие на самой макушке. Хиппер, конечно, лучше бы ему отвалить, что он делает, я думаю. Неплохо по хипперу получается.
раз минус 3, о, 2 ботинки. Неплохо пятак его почти вылетел. Пруссия. Кира просто беспределом занимался. Минус 5 у нас, минус 4 противника. Уничтожен.
Это неплохо, тут уже не добавить, не прибавить. Рочестер тут как-то прям неудачно вылез, скажем так. Ух ты, ничего себе! Красиво. Дали ультимочество. 5 уже, под 4 против 3. Лодок у нас больше. Забрали нашу лодку. Потный боёк, потный. Ну, Бранденбург забирает, заразу. Нифига не заберёт. Там горим, горим, горим. Чат такой активный, блядь, просто пиздец. Противником в лотаринге. Ну чё, остался один Аустин. Что и следовало ожидать.
красиво. Тут не добавить, не прибавить. Ну и тем более кракен. Мелочь, а очень хорошая, приятная мелочь. Да, там такой чат живой. Тут обнимал уже спрута. Да, ну ладно. Так, 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 так. Ну что, отличный бой. Ждем еще реплеев. Ну что значит, зашла лодочка. Тут вариантов вообще никаких. И это прекрасно, друзья. До новых встреч. До свидания.